холодные снаружи, горячие внутри. Именно так говорят о тюменцах. Это же касается и тюменских термальных курортов. Сегодня в Тюменской области стартует открытие термального сезона. И это наш репортаж из тайги. Четвертый термальный сезон в Тюменской области открылся яркой программой. Во всех термальных комплексах региона для тюменцев и гостей из других городов проходят шоу-программы, конкурсы, тематические викторины и дегустации иван-чая. Праздничное открытие термального сезона продлится с 4 ноября по 3 декабря. Каждые выходные в разных локациях, в разных термах можно будет посещать на условиях опционы, скидки, различные развлекательные программы, аквагрим, акваэробика, работа ведущих. На открытии сезона в тайге работали известные ведущие утреннего шоу «Бригада У» Вэл и Вики. Московские звезды признавались в любви Тюменской области и держали аудиторию в приподнятом настроении. Ведущие поделились впечатлениями от посещения термальных источников. Приезжайте в Тюмень, Тюменскую область, отдыхайте здесь, наполняйтесь. Я надеюсь, что мы уедем молодыми, здоровыми, потому что мы покупались, и термы – это, конечно, кайф. Да, приезжайте, ищите мужей, жен, тут все красивые и все приятные. Отметим, что сегодня на территории Тюменской области в круглогодичном режиме работает более 20 термальных комплексов. Они расположены как в санаториях, так и в загородных локациях. Многие из них модернизируются и становятся все более привлекательными для своих посетителей. Очень сейчас востребованы корпоративные туры в Тюмень, в Тюменскую область, из других регионов. И наш рынок к этому готов. Мы научились принимать большие группы, мы делаем интересные программы, в которые включаем не только горячие источники, но и интересную экскурсионку с интерактивом. Тюмень – это столица термальных вод. Наш регион – точка притяжения для туристов со всей России. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что термальные комплексы – это приоритет для развития туризма в Тюменской области.